Мы занимаемся артподдержкой наших войск. Передвигаемся, маскируемся, все делаем как надо. И дальше будем поддерживаем наши войска. Наступление, они тоже пытаются сделать там маленькие прорывы. И пресекаем их, короче, сразу. Первого дня начали хорошо работать, и также будем продолжать работать. Уничтожили расчеты там их, машины их. Мы не отступим ни в каком варианте, по-любому. Так что вот так как-то. Будем работать на благо Родины, как говорится. Вот я разговаривал, мы же артподдержка, разговаривал с мобилизованными, там на некоторых краях они диверсионные группы прорывались. Их уничтожали, половина убегали. Вот так. Даже с броней, не просто диверсионная группа, а с бронеподдержкой, с танками. Танки уничтожили тоже 4 или 5 танков, остальные развернулись. Дивизионные группы отдельные были маленькие, по 10 человек. Вот на том краю, где-то отсюда километр. Четверых уничтожили, со стороны Орехова. Четырех уничтожили, шестеро убежали обратно.